Что нужно, чтобы записать песню? Ответ. Ничего. Для этого нужен только телефон. Но записывать на телефон тоже нужно правильно. Первое условие. Вы должны понимать, что расстояние от микрофона до источника звука должно быть каждый раз приемлемым, в зависимости от громкости источника. Если вы пишете голос, то, пожалуйста, я вас очень прошу, бога ради, не пишите голос на расстоянии от телефона, потому что на расстоянии от телефона красиво видно, как вы танцуете, но голос пишется хреново! Голос хорошо можно записать только вот так вот, в режиме дебильного селфи. Вот сейчас голос пишется хорошо. Что касается гитары акустической, тоже. Расположите микрофон на приемлемом расстоянии от гитары. Микрофон расположите на приемлемом расстоянии. Неважно, какое при этом будет видео. Какая разница, как выглядит гитара. Главное, чтобы гитара записалась нормально. И самое удивительное. Даже акустические барабаны неплохо пишутся на смартфон. Единственное условие, нужно его подальше расположить, это первое. И второе, ничего в момент записи барабанов больше не записывать, чтобы микрофон и уровень автоматического уровня записи настроился именно на барабаны. Ты проснешься на рассвете, мы с тобою вместе встретим день рождения зари. Как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир, как прекрасен этот мир. Посмотри, как прекрасен этот мир. Ну да, не совсем попал некоторые ноты, ну и что? Песня в итоге получилась, потому что соблюдено главное правило. Источник звука располагается на нужном расстоянии от микрофона. В случае голоса как можно ближе к микрофону, в случае гитары на среднем расстоянии, в случае барабанов подальше. Вот и все. Ребят, пожалуйста, никакого сведения, никакого сведения. Вот 0 дБ у меня барабаны грохотали, вот 0 дБ гитара и 3 мои селфи-рожи. Вот тоже 0 дБ, 0 дБ, 0 дБ. Понимаете? Все. Для того, чтобы записать песню, нужна главная – это песня, второе – это желание и обыкновенный, сука, телефон нашего тысячелетия. Пока.